И снова добрый день, дорогие мои друзья, с вами, как обычно, Едоман. Сегодня будет обзор на майонез Гаспар Мастер Еды 800 мл 67%. Не за горами уже Новый год, а это значит пора салатиков. И, естественно, многие салатики будут заправлять чем? Конечно же, майонезом. Написано «высокое качество», «сбалансированный состав», «классический вкус». Этот майонез Гаспар приобретался в магазине «Продсклад Победа» всего лишь 120 рублей. Если брать ту же самую «Слободу», она уже давно перевалила за 200. «Махеев» точно так же. А цель обзора – посмотреть, может быть, для салатов не стоит переплачивать, а взять именно этот майонез. Без красителей, без искусственных ароматизаторов, с отборным яичным желтком. Так, состав: масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное. Вода, яичный желток, соль поваренная, пищевая. Загуститель: крахмал картофельный, так, ешка. Ну и в общем регуляторы кислотности всякие, натуральные стабилизаторы и разные консерванты. Откроем. Сейчас посмотрим на его консистенцию. Что я хочу сказать, это именно майонез. Он густой, нормальный. Сейчас я, конечно же, попробую этот майонез и скажу вам, действительно ли это дешевая альтернатива Махееву и Слободе. Да, как я уже сказал ранее, консистенция этого майонеза не уступает Махееву и Слободе. Поверьте мне, я любитель майонеза, поэтому я в майонезах толк знаю. Попробуем немного. Майонез густой. Майонез довольно-таки приятный на вкус. Чувствуется яичный желток. Я думаю, для салатов это просто идеальный выбор. Тем более, я просто не вижу смысла переплачивать, брать Махеев, Слободу, которые стоят за 200 рублей, чтобы заправить салат. Ну, согласитесь, это невыгодно. Лучше взять уже такую пачечку за 120, и вполне себе будет вкусные и салаты. Также я лично делаю себе бутерброды с майонезом. Также я добавляю майонез вместо сметаны в борщ и пельмени. И меня этот майонез очень даже устраивает. Также я могу порекомендовать вам, возьмите, попробуйте, не обязательно большую, там есть и маленькие пачки, возьмите маленькую, может быть, он вам понравится. Ну, конечно же, если вы не любите майонезы, то смысла брать вам его нет, только если чисто для салатов. Я данный майонез возьму еще раз и возьму неоднократно, потому что мне он нравится. И на этой радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Не за горами уже новый 2023 год. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Пока-пока.